Как мы удобряем перец? Есть такое удобрение гумат натрия. Мы разводим на литровую бутылку воды 40 грамм пакетик. Сутки настаиваем. И потом по 100 миллилитров добавляем в 10-литровое ведро с водой. И таким образом потом подкармливаем вечером в теплой воде. Разбавляем. Предварительно вода у нас стоит на солнце, нагревается. И мы потом с этой бутылки добавляем гумат натрия, смесь. Данное удобрение дает хороший рост перцу и развитие.